Ну что ж, дамы и господа, всем привет, как обычно, от метро, мы продолжаем катать Робинову 6, битва при Вогриме. Так вот, я ее немножко посмотрел, разгадал, так сказать, ее секрет тактически, потому что на 3 звезды не совсем очевидно, ну, как не совсем очевидно, очевидно на самом деле, но только тем, кто в стратегию смотрит. А я иногда и пренебрегаю, поэтому иногда получается так, что я немного туплю. Вот, а чтоб я не тупил, сейчас мы будем вот как сделать. Делать грамотно. Максимально грамотно. Потопали вперед. Чуточку вот так. И начнем потихоньку милиции спамить, но сперва куплю гренадеров с Гейтсом во главе. Так вот. Тактику. Тактику. А можно городок, кстати, прогрейдить, чтобы больше доходов шло, все такое, да? Университет построить. И военно-академию возьмем Бласт за 20-ку. Во дворец посадим Сакураку. Все, замечательно. Меняем ход. Пошла жара потихонечку уже, да? Наполеон не успевает никуда далеко зайти. Пока. Гейтсом сразу вот так. И начинаем спам милиции. Смена хода. Клинтону пол хп снесли. Это не круто. Но ничего, жить будет. Захожу вот так вот. Ну, кавалерию можно и вперед бросить. Тут еще какие-то дофига крутые гусары сидят, их тоже можно податаковать. Ну и бисмарком на пролом. Продвигаюсь. Меняю ход. Крепость мою немножечко. Хотят поухайдукивать, подухайдукивать. Все, бисмарком мы пошли заниматься великими делами. Есть карточка яда изначальная. Сейчас мы ее задействуем. Обязательно. Так. Гейтсом чуть-чуть просто поближе. Наполеон просто раздербанил врага по классике. Не забываем выкашивать артиллерию. В огонь лезть — это очень тупая затея, понятное дело. Применим тактику бласта еще. А, тактику бласта сейчас не дадут точно. Мы уже тактику одну использовали, потому что... Ладно. Здесь просто стою. Меняю ход. Наполеон, ты держись здесь. Тебе всего доброго. Строение хорошего и, главное, здоровья. Ну, тут все в огне. Радецкий уже потихонечку к нам топает. Замечательно. Тактику применить пока не дают.
пока тут все в огне, можно вот так вот заходить, например. Но денег у меня больше нет, закончились. Вот, сдержаться. С тем самым хорошим настроением и здоровьем, о котором я говорил. Вражина еще брыкается. Но мы его добили. Все. Теперь бисмарком идем гранатами швыряться. Кританули по мне. Шернхорст тут что-то слабенький какой-то. Ему немножко силу порезали. Меняем ход. Наполеонище, ты держись. Тебе надо жить пока. Пока можешь. Сколько еще? 90 здоровья осталось. Товарища Шенхорста. Надо бы выступить в бой против Радецкого. Меняем. Так, подожди, кто-то не походил еще. Вот этими парнями отойдем от огня и меняем ход. Плен, держись. Еще прожить надо некоторое время хотя бы. 47 на 68. Всего 9 хп осталось у бедолашки. Давай вот так вот. Бац, и нету. Все, теперь это наша точка. Надо бы популяцию нам бустануть, но денег нету. Университет на всякий случай апнем. Все. Все, теперь мы можем нормально набирать людей на войну и все такое. Вот это самое главное. Наполеону придется сейчас отступать. В противном случае может случиться что-то плохое. Здесь братаны пусть идут в огонь. Радецкий, конечно же, тут очень жестко выдамаживает. Меняем ход. Так, все, Наполеон потерял пол хп. Нельзя дать Радецкому тут вообще ни единого вздоха сделать. Карл пошел в нашем направлении, тоже его надо как-то сейчас остановить, пытаться. Сюда надо отходить как-то, Наполеончиком. Так вот, ну и Клинтон пусть стоит противотанковым заграждением дуплесным. Вот я заканчиваю. Леону надо держаться. На 60 хп по Радецкому. Все, закрыли Наполеона. Жорданом будем долбить эрцгерцога, у которого еще 198 хелок. Это много. Гейтс уже на последнем издыхании, он еще и промазал. Прошу прощения. Суровое сыктывкарское лето. Меняю ход. Радецкий готов к труду и обороне. Осталось только Карл, которого надо как-то нам
Сейчас эффектно раздербанить. Минус 55 хп. 65, и мы победили. 10 ходов. Просто ли и элементарно, в принципе. Главное понять тактику. Так вот, с вами был Дмитров, подписывайтесь на канал для видео, если это принципе. Всего доброго, увидимся в эпичной русской кампании, это предпоследняя уже миссия французской. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.